Что, ждали нормального представления персонажа? Очень жаль, потому что сейчас настало время Валуиджи! Я в курсе, что ты не читаешь свои письма, но этот конверт выглядит слишком важным. Ну и ну. И что нам пишут, бро? Написано, что тебя радушно приглашают поучаствовать в Super Smash Bros. Ultimate. Не знаю, что это значит, но я просто не верю своим глазам, Санс! Тебя уже не в первый раз так бездельника куда-то приглашают! Все-таки дождался. Тем не менее, звучит весело. Человек, ты случаем не догадываешься, что это может быть? Вау! Я так взволнован! Это... борьба? Да ну, не может быть! В смысле, Санс не умеет бороться. Ему даже пошевелиться лишний раз падлу. Эти головорезы его в порошок сотрут! Что такое, человек? У тебя есть идея? И для нее нужна Альфис? Не, надеюсь, это сработает. Гарантирую, он там всем задаст жару. Так-то лучше. Сегодня довольно холодно, да, малой? О, погоди, у меня есть идея. Просто дай мне снять мою куртку. Ты маленький воришка. Извиняй. Ты умеешь чихать? Как так? В смысле? Ты же скелет. Магия? Да ну, а о науке когда-нибудь слыхал? Малой, я работал ученым в истинной лаборатории. Этому больше нет никаких объяснений. Ну, мне пора. До скорого. А я-то думал, что мы к этому привыкли. Добро пожаловать ко входу в подземелье. Подземелье? Царство монстров? Мы что, идем прямиком в их обитель? Мы? Нет, я. Не, я с тобой. Не волнуйся, это гораздо глубже, чем кажется. Чара! Я все еще падаю! Ой, да ну ее. Санс, что рубишься? Играю за себя в Super Smash Bros. Ultimate. Да ну! Надо рассказать Андайн! Тебя уделали. Тебя таки добавили в Smash. Поздравляю! Спасибо. Ждал этого тонну лет. Вернее, скелетонну. Что? Санс попал в игру, похожую на аниме? Санс? А ну иди, посмотри. Дай угадаю. Что, у тебя тоже появился язык? Да! Наконец-то мне удастся по-настоящему вкусить свои аппетитные спагетти! На вкус даже лучше, чем я думал. Папирус? А ну слезай! Папирус, ты слышишь меня? Что ты... Та-да! Меня таки добавили в Smash. Что у меня с рукой? Этот гандон ее сожрал. Спасите! Эй, малой. Я кое-что тебе покажу. Оно у меня внизу. Санс! Я требую, чтобы ты в эту же секунду избавился от этой мерзкой штуки! Иначе я сам от нее избавлюсь! Я уберу эту мерзость раз и навсегда! О-о, папирус! Я же не всерьез! У меня там ничего нет! Честно! Пиздёшь! Да у меня лошадиные рефлексы! Ты имел в виду кошачьи? Хорошо тебе погостить у Андайн, папс. Опять будешь ходить перед ней на задних лапах? Санс, это сейчас было жутко. Боже мой, у нас на крыльце медведь. Санс, у нас на крыльце медведь! Ага. Санс, почему на крыльце медведь? Я так опоздаю на тренировку! Что, загрызли переживания? Санс, сейчас не до шуток!
О божечки, добро пожаловать в счастливый отель. Ты точно полюбишь это место. Я утратил способность любить много лет назад. Йоу, хочешь шутку? Давай лучше мою. У тебя от нее башку снесет. Отвал башки. Так мило. Скорее дебильно. Да ну тебя, Ред. Мы ведь могли бы стать как настоящая семья. Мы не будем заводить ебучего к... Я слышал новости! Здоров, Блу. Да блин. Лучше тщательно взвесьте все за и против. Вы за собой не в состоянии ухаживать. Уверены, что потянете третье живое существо? Да, наверное, ты прав. Мы что, не справимся с какой-то там дитяткой? Отъебись! Вот и хорошо. А то я бы не хотел отрывать ее от родителей. Хорошего дня. Дитятка? А ну, поздоровайся со своим первенцем. Да ну тебя в жопу. Не уходи, Ред. Ты не хочешь платить алименты своей дочери? Отвали! Стоп. Дитятка? Санс, ты чего сделал? Я наделал себе клонов, чтобы работать, но не учел, что им передается мой характер. Лучше тебе как-нибудь это исправить, Санс. Не, мне по барабану. Все равно в итоге случится перезапуск, и все вернется на круги своя. Почему мы надеемся на перезапуски? Мне это надоело! Нам нужно найти способ устранить эту аномалию! Вот именно. Нельзя вот так просто играться с нашими жизнями. Мне не особо нравится смотреть, как всех, особенно папируса, убивают раз за разом. Лады, Ал, я как-нибудь все исправлю. Не переживай. Позже. О господи, Санс, ты что, так ничего и не исправил? Бра, все еще все равно, Элмао. Я уничтожу же все таймлайны! Как ты назовешь скелета, у которого никого нет? Санс! Я бы исправил, если бы я мог, но я слишком ленивый. Эй, дитя, как дела? Зови Санс, я комик. Проходи, косточки у костра погрей. Задержись и послушай мой жуткий юмор. Вот садись и в свой бургер соуса не жалей, но помни ты, что известны мне все секреты. Коль ступишь, нахер я тебя убью. Но, эй, ты добра, покажу тебе я наш город. Классный он, если кровью не зальешь его. Есть магаз с кучей просто шикарных булок. Они работают как хилки, но веди себя тихо, иначе я убью тебя. Поставь лайк, подпишись на канал, наконец-то. И видос тот, что справа, ну-ка зацени ты. Хей, Санс, как дела? Это Папс Великий. Я прошу, хоть сегодня носок убери ты.